Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. И изначально, прежде чем посмотреть это видео, хотелось бы очень вас попросить, если вы все равно смотрите мои видео, пишите хорошие комментарии, ставите лайки, но до сих пор не подписаны, мне будет безумно просто приятно, если вы нажмете эту кнопку, вы меня смотивируете еще больше снимать и просто обрадуете меня. Спасибо всем тем, кто сейчас нажал кнопку. Итак, сегодня у нас с вами разнообразие, моя любимая рубрика, то, что я никогда не пробовала. Возможно, вы пробовали уже, я нет. И смотивировало меня это видео вот эти вот новинки от Lay's. Я купила себе с крабом и прям очень похоже на Pringles. Вам ничего это не напоминает? Мне кажется, один в один Pringles, там даже вкусы одинаковые были. Давайте с них и начнем. Один в один. Мне кажется, кто-то просто устроился в Pringles, спер формулу. Один в один. Такое ощущение, что я ем Pringles. Единственный конкурент Лейса был Pringles. Вот теперь они будут производить то же самое. Насколько я знаю, в эти чипсы еще добавляют муку, а в обычные нет, это просто картошка. Один в один Pringles. Но они молодцы. К сожалению, маленьких объемов нету. И причем они сделали чуть-чуть дешевле, чем Pringles. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Все скупать не стала. Это бы со стороны выглядело, как будто я делаю рекламу Лейсу. Просто я краб очень люблю. Кстати, у меня есть идея такая. Купить краба и снять мукбанг. Пишите в комментариях, как вам эта идея. И здесь у меня чаечка. Что я могу сказать? Это очень вкусно. Не могу сказать, что это вкуснее, чем Pringles, потому что это одно и то же. Плюс-минус одно и то же. Но хорошо, что они в таком формате тоже выпустили и чуть сделали дешевле, чем Pringles. Мне кажется, все начнут покупать Lay's. Держись, Pringles! Конкуренты идут. Дальше вот такой вот йогурт. Написано на нем Danissimo Selection. И он стоит, я вам так скажу, в 6 раз дороже, чем обычный от Милка. Вот такой вот здесь, как пюрешечка. Пахнет не очень. Я всегда хотела его попробовать, но меня всегда останавливала цена. У нас в магазинах он стоит почти 3 моната. На мой взгляд, это очень дорого для йогурта. Ну просто очень дорого. Это самый дорогой йогурт, который я видела у нас там на прилавках. Но учитывая этот объем. То есть есть йогурты, которые совсем большие, они чуть дороже. И давайте попробуем. Такое ощущение, что это просто шоколад, какой-то пудинг. Не поняла. Не могу сказать, что это прям вау. Учитывая свою цену. Возможно, я подобные формулы не очень люблю. Я вот эти шоколадные пудинги, ну, как бы обхожу всегда стороной, мне не очень нравится. Такое ощущение, что не сильно сладкий шоколад ты кушаешь. Возможно, здесь какой-то хороший состав. Но так не могу сказать, что я прям в восторге. Можно за эту цену купить 3 крутых йогурта от другой марки. Зачем покупать его? Непонятно, по мне одно и то же. Вот Lay's. Не знаю, все-таки я, наверное, в плане йогуртов
Я продала свою душу трем йогуртам, которые вы знаете. Я покупаю их. А чем покупать вот это, лучше я куплю какой-то бюджетный вариант, который стоит, ну, копеек 50-70. Зачем переплачивать? Дальше. Я уже открыла. Здесь, значит, сушеные яблоки. Я кушала и сушеные яблоки из хурма Баку. Мне кажется, слов не надо. Такое ощущение, что это деревянное что-то. Никакого вкуса. Ноль. Хорошо, что я до этого никогда ничего не покупала у них. Сказать, что это невкусно, просто не имеет никакого вкуса. Я вот ем. Как будто деревяшку жуешь. Запоминайте, не покупайте. Может, и покупайте, просто мне не нравится, например. Я сегодня пробую конкретно то, что никогда не пробовал. Возможно, например, вот такую вот нутеллу, скорее всего, каждый из вас попробовал. Но я не пробовала, например. После этих деревяшек надо чем-то, знаете, жиденьким подкрепиться, так скажем. Здесь растишка. Я в детстве обожала растишку. Сейчас я могу ее покупать, когда я хочу. А раньше ждали, пока папа приедет из поездки, чтобы он нам купил растишку. Точно-точно такое от какого-то другого бренда я пробовала. А, Агуша. От Агуши пробовала. Сейчас попробуем от растишки. Это с клубникой. Ну-ка, заценим. Это тот же самый йогурт, который продается, растишка обычный, просто в таком формате, очень нежный, вкусный. Мало здесь очень прям. Все закончилось, вот буквально два раза. Но это очень вкусно. 5 из 5, я люблю растишку. И стоит, кстати, недорого. Не помню точно сколько, по-моему, около 70-80 копеек. Там в чеке я буду смотреть. И вам цены тоже обязательно писать, если не забуду. Дальше. Пробуем вот такие вот штучки от Нутелла. Я знаю, что есть куча фанатов Нутеллы. Я не могу назвать себя одним из них. Так, макнем. Кстати, здесь такая обманка оказывается. Здесь Нутелла вот до серединки, потому что дальше я засунуть не могу. О! Наподобие штука есть Умилка. И вот Умилка мне понравился больше, чем вот это. Ну, тоже неплохо. Сладкоежки точно оценят. Я не могу, у нас соседи как будто ненормальные. Сверху особенно дети. Как будто у них в квартире конь. Я уверена, что большинство моих зрительниц и зрителей оценят эту штуку от Нутелла на все 5 баллов. Мы с вами по 5-бальной шкале или по 10-бальной? В общем, круто, вкусно, классно. Но чуть-чуть не мое. Я пробовала варианты и получше, чем это. Причем здесь эти палочки уже заканчиваются. А вот этой штуке еще дофига. Хоть на хлеб намазывай. Дальше. Вот такая вот штука. По-моему, это турецкое производство. Это такие соленые рыбки.
Я пробовала их, по-моему, не этот формат, немножко другой, когда я училась, наверное, в классе в 10-м. Ностальгия. Это очень вкусно. Это печеньки. Я сейчас поднимусь наверх, и кто-то ляжет. Дорогие мои соседи, если вы смотрите меня, остановитесь. Убедительная просьба, остановитесь, пока люстра не упала мне на голову. На чем я остановилась? В общем, вот такие вот рыбки соленые. Очень вкусные и нежные. Следующая штука, я даже не знаю, что это, но часто я видела это в супермаркетах, везде продают. Это вроде как молочный такой... А, вы когда-нибудь пробовали молочный бургер? Я нет. Сейчас я это сделаю. Как это открыть? На помощь приходят зубы. Фу. О, оказывается, есть. А я тут все зубы ломаю. О-о-о. Вы знаете, в ТикТоке есть такой заяц, который так делает. Вот такая вот штука. Выглядит очень аппетитно и пахнет обалденно. Пахнет прям свежей клубникой. Даже, знаете, подозрительно круто пахнет. Такое ощущение, что здесь полно консервантов. Да это очень вкусно. Молочный бургер. Вообще замечаю, что тихо-тихо все дорожает в магазинах. Что поделать? Жизнь такая несправедливая штука. Это просто пушка. Дальше. Давайте попробуем Альпен Гольд со вкусом Орео. Мне парень подарил сердечко черное. Возможно, во влогах вы видели в моем инстаграме. Там внутри была эта шоколадка. Я решила ее тоже включить в это видео. Потому что я не пробовала подобный вкус Альпен Гольда. Это новинка, видимо, какая-то. Они что-то замиксовали с Орео. Ой, как пахнет. Смотрите. Я не знаю, как вам показать, но здесь внутри белые прям черные печеньки. Вот такой вот вкус. Скриньте, кому интересно, пробуйте. Вкусно. Но не вау. Немного не в тему Орео съесть, мне кажется. Прям конкретно чувствуется внутри печеньки Орео. Ну, как бы у каждого из них есть свой вкус. И как бы они вместе не очень сочетаются, на мой взгляд, опять же. А так вкусно. И последнее, что мы сегодня будем обозревать. Это бисквит. Слышали? Бисквит. О! На прилавках постоянно вижу, но никогда не пробовала. Вот такая вот штука, вроде как с малиной. Есть и классическая, я взяла с малинкой. Кому как, а мне нравится. Ваше здоровье, мои пупсики. Спасибо, что смотрите. Ушла просто
за секунду. Честно, вот это вот не советую. Мне не понравилось. Возможно, вам нравится. Пишите в комментариях. Мне кажется, сухофрукты не должны быть настолько жесткими. Я пробовала сухофрукты от Хурма Баку. Я даже подписана на них в Инстаграме. Вот у них то, что надо. Это прям кайф, эти сухофрукты. Чувствуется, что вообще без консервантов, без ничего. И это прям как будто ты какие-то дрова ешь. Ну, возможно, их фишка как раз-таки заключается в этом. Возможно, есть любители именно такого формата. Пишите обязательно в комментариях. В общем, мы все попробовали. На этом все. Я сказала свое мнение, а вы ваше. Обязательно пишите в комментариях. Возможно, я ошибаюсь. Как я вам сказала в начале видео, мне будет очень приятно, если именно ты подпишешься. Всех люблю, целую. Всем пока.